Велики в пыли. Мы дошли до какой-то небольшой развилки, да. Вот, мы оттуда пришли. Вот сейчас мы идем по песочку, ехать возможно. Нет, давай попробуем. Друзья, всем привет! Смотрите канал Sky HD. Катались на велосипедах по полю сегодня. Посетила идея сфотографировать два вот таких прекрасных ромашка. Не знаю, будет крупным планом вот так видно, наверное, да? Вот. На фоне вот этих чудесных облаков, которые мы видим, здесь облака такие, как бери до новоупейка. Загружай. Действительно красиво, хорошо. Вот сделаю несколько снимков. Просто облака. В общем, ромашки. Две ромашки крупным планом, так чтобы было видно и ромашки, и облака. Сейчас попробуем сделать такой кадр. Переводим камеру в мануальный режим. Вытягиваем по максимуму диафрагму. Ну вот, в данном случае на 100 мм f/36 я могу сделать диафрагму. 1/200, ISO 400 получается приблизительно будет. Вот наводится автофокус, выбираю хороший красивый фон с облаками. И делаю пару кадров. Фотографирую так, чтобы солнце наилучшим образом попадало в мои ромашки. И при этом на фоне были какие-нибудь еще замысловатые облака. Вот, наверное, еще вот такой кадр сделаю. И хочу сделать кадр на фоне дороги. Дорога будет размыта. Вот, но тем не менее ромашки будут видны. О, кстати, очень хорошо свет падает там. Да, где-то так. Супер. Ну, потом все посмотрим на постобработке. Всем спасибо. Идет запись? Так, друзья, нам нужен один доброволец, лучше двое. Мы собираемся снимать видео. Мы его уже отсняли, я вам больше того скажу. Надо постфактум два добровольца. Будешь ты и ты. Да, именно вот эти двое. Именно они. Вот, крупным планом. Они не участвовали в съемке этого видео. Мы немножко устали. Вот сейчас мы идем по песочку. Ехать возможности нету. Вокруг нас отличная картинка. Да, вот эти великолепные облака. Вот они. Мой напарник. Иван. Лэп. Солнце жгучее. Очень жарко. У нас заканчивается вода. Мы наделали массу хороших фоток. Кроссовки полностью в сумасшедшем слое пыли, велики в пыли. Мы дошли до какой-то небольшой развилки, да. Вот, мы оттуда пришли и сюда. Я надеялся, кстати, что здесь будет поворот направо, но его нет. Продолжаем наш путь.
Мы добрались до трассы. Да, тяжелая поездка была. Кучу фоток везем. Обязательно все обработаем, выложим. Правда? Вот, выскочили. Да, мы выскочили очень далеко. Мы выскочили под Хмельное. Вот, видишь, этот шашлык. Так что нам еще прилично. Сори за качество связи, то есть за качество видеозаписи. Ну, пишем на мобильный телефон. Называется это влог, да, по-модному? Влог, влог. Мы ведем влог. Все, поехали дальше. Останавливаю. Давай в тенечке. В тенечке давай остановим. Вот здесь вот. Вон даже можно съехать в красный тенечек будет. Давай. Вот на повороте. Давай, паркуйся. Да, это серьезный заезд у нас сегодня. Мы давно так не ездили. Вода осталась еще.